Полезная информация. Вот слива с прикопа вертикального я достал, чтобы положить горизонтальный на зиму. Вот, это слива. Значит, смотрите, если для тех, кто на бронепоезде. Вот если бы я ее посадил, или кто купил, посадил вовремя на зиму. Вот, то, о чем говорят. Вот она напускает сейчас, сегодня 9 декабря. Плюсовая температура в земле плюс 8, плюс 7. Вот она интенсивно напускает корневую систему молодую. Она приживается. А вам решать, что там в книжках написано. Садите весной косточковой. Персик не косточковый. Все разгребли, покупили, потому что урожай. Персика нету. А слива косточкой на весну. Хорошо, садите весной. Но она тоже никуда не денется, пойдет она и весной. Но вот надо это понимать.